Отвечая на вопрос, скажите, пожалуйста, как проверить окна в новостройке при приемке квартиры? На что следует обратить внимание? Ну вот как раз сегодня приехали в новостроечку. Правда, дома уже сданы, такой огромный домин, 25-этажный. Вот. Что могу посоветовать? Почитать ГОСТы по окнам. Ну, номер ГОСТа можете найти в Яндексе. Там все описано. В принципе, ничего сложного, если, ну, решить заморочиться. Можно почитать ГОСТы. Ну, сейчас можем зайти, кстати, в квартиру. Здесь вот нам отдали заказчики ключи, чтобы мы их тоже, как говорится, обслужили. Можем что-то на примере сейчас показать. Заходим в квартиру. Ну вот, например, видим сразу, откосы здесь не сделаны, пена обработана герметиком. Крепежи 150 мм от угла и шагом не больше 70. Четыре пластины есть. Тут по ГОСТу у нас идет от углов 150, от импоста 150, от импоста 150. Так, это по крепежи. Ну, то есть надо взять уровень, посмотреть горизонт. Посмотреть вот этот вертикаль и посмотреть вот в этой плоскости диагональ, как вот эта часть стоит вот в этой плоскости. Далее надо посмотреть, все ли ответные планки установлены. Так, здесь у нас створка не очень широкая. По горизонтали у нас нет прижимов. Если створка больше 700 мм, здесь еще должен быть прижим снизу и сверху. Вообще по нормам в новостройках сейчас все створки должны быть открывающимися. Недопустима установка глухих стекол. Ну, здесь вот, кстати, вот глухое стекло. Вот это, конечно, ерунда полная. Отсюда прям фигачит. Мостик холод. Если мы сейчас это вытащим, тут что будет? Будет дырка. Вот дырка, пожалуйста. Придут монтажники, воткнут сюда подоконник, а это будет промерзать все. О, как фигачит. Просто ужас. Вот у нас балконная дверь. Тут аж три наружных прижима. Но вот здесь вот продувает, кстати. След от продувания. Вот эта пыль. Если видите такую штуку, значит в этом месте дует. Почему, непонятно, да? Как правило, с дверями самые большие косяки надо взять рулетку и промерить вот эти расстояния. Они должны быть одинаковые.